Всем привет, вы на канале XKid, продолжаем играть в игру в House on the Hill, погнали! Так, короче, нам нужно куда-то убежать сейчас. О, труп двигается. Он вот сейчас оттуда вылезет. Челик, понял, забыл про это уже. Челик оттуда вылез, и мне нужно все-таки, короче, бежать, и что-то здесь надо сделать. За собой нужно дверь закрыть. И, я так понимаю, вентили, блядь, покрутить. А что, я больше ничего не могу сделать? И что от меня требуется, блядь? И чё? И чё? А, нормально все, ты жив, слава богу. Черт, хреново. А, нет, нужно было все-таки, чтобы он взорвалось, это все быстро. Да бегу, я бегу, блядь, он не бегает, светофор. Раз, надо бежать. И он раз ускорился маленечко. Все, окей, надо сразу просто бежать и все вентили откручивать. Надо все взорвется и будет все заебок, наверное. Все. От меня все, что требовалось, я сделал. А можем взорваться? Он меня успел убить или нет? Я не понимаю. Ты жив? Слава богу, черт. Хреново. Ладно, пора выбираться. Попробую добраться до окна. Нет, я не успел. Опять. Может, баг? Может, собак? Да в порядке я, не понимаю только, что за херня. Давай, давай. А как он, сколько у него, как он там оказаться успевает? Так, окей. Может, надо чем-то дверь прибереть там? Ну ладно. Да, сука, открой ты нам. А я дверь забыл открыть. Да ты заебал, я вообще что надо, блядь. Бать, он дверь выбивает тоже. Додик, блядь, бегает, топор еле держит. Дверь выбивает, нахуй. Да мертв я, блядь. До свидания, нахуй. Окей, еще раз. Это баг какой-то, я не знаю. Давай, давай, спасибо за топор. Который, блядь, не может вырвать челик, блядь, чтобы взять. Так, ну я бегу максимально быстро просто. У меня быстрее не бегает. Закрой дверь. Все, все сразу, давай. Ну. Взорвись, блядь. А может быть, блядь, через пол карты ты меня еще будешь топором бить, еблан, блядь, в противогазе? Я мертв, блядь. Какого окна, нахуй? До свидания, блядь. Что делать? I don't okay, блядь, понимаешь? Don't okay, нахуй. Топор. Спасибо. Беги, блядь, быстрее. Ты можешь, блядь, быстрее бегать? Не знаю, на какую кнопку быстрее, чтобы ты бежал, блядь. Может, по пути что-то надо еще там открыть, я не знаю. Максимально быстро все делаю. Все, все, давай. Вот так вот в угол просто встал. Все, от меня больше ничего не зависит. Игра. Вот сейчас, возможно, успел. Возможно. Но все, нет. Да, блядь, наконец-то. Ты жив, слава богу. Черт, хреново. Ладно, выбирайся. Попробуй добраться до окна. Я так понимаю, я в очках, да? Или что это? Попробую добраться до окна. И что, ну добрался. О, челик. Так, сожги его нахуй. Неудивительно, блядь. Может, его в огонь кинешь хотя бы, блядь? Он меня сейчас за ногу, блядь. Да? Возьмет? Нет? Окей. Ну и все, а мне что нужно было, я взял отсюда. А куда бежать-то, блядь? Туда, направо?
Вот и вся игра, ёпты. Или что? Я не думаю, что это вся игра, 9 гигов. Наверное, нужно было идти не через кухню. Я думаю, вообще нахуй надо было туда идти, блядь. И что это? Что такое? Сейчас нужно идти не через кухню, типа, или что? Или тут несколько вариантов развития событий, чё? Чё это? Слышишь меня? Я отвлёкся. Если кратко, то нам заказали одно старое ожерелье, лежит в сельском спальне, на втором этаже, будь внимательным, тебе одна поп... Чего, блядь? А, тут еще и этих... Ключи где-то рядом со входом. Ну, блядь, очевидно же. Конечно, блядь. Так, ладно, второй этаж, окей. Я уже знаю движуху. В строительных чертежах хозяйская спальня указана на втором этаже. Ищи лестницу. Так, я знаю. Я знаю, где она. Здравствуйте. А, весь твой, здесь даже второй этаж видно. Ладно, иди дальше. Идем лес, ищем лестницу. Ты не знаю, где она. Вот сюда. Лагнула. Вот сюда. Тут еще раз лагнет. А, нет, здесь уже не будет. И лестница, и вот она. Че искать-то? В прошлый раз нашел. О, бля. Ууу, блядь, чуть не обосрался, эти глаза, блядь, горят. Пиздец, я ж дрожь нахуй по телу пробрала. А чё везде глаза горят, вы чё, охуели, блядь? Здравствуйте. Спальня, ну здесь спальня, наверное, здравствуйте. О, подруга нормальная, красивенькая. Пустая картина, да чё, тряпка? Это штатив. Фотоаппарат. Нажми за С. Так, ну-ка. Чик. Чик-чик-чик, потрясли. Тут какой-то глаз. Окей. О, прикольно, ну-ка. Чик-чик-чик-чик-чик. Второй глаз, окей. Два глаза. Все. О, тут вот так вот это работает. И сейчас она появится, да? Понимаю. Бутылка, можно присесть. Так, мне направо. Новая механика? Тебе нужно найти и открыть дверь в спальню. Блин, ну ничего такая подруга так-то. Улыбка какая-то. Окей. Ой-ой, мне не сюда, видимо. Так. Ага. Это что еще за хуйня, блядь? Походу я нашел баг. Так. А мне сюда. О, она пропала. Все там кринжовая такая стала. Ладно. Я думаю, ебать колошматила колотила. Окей. О, еще. Здесь будет нос. Ебать, это что такое? Понимаю. Так, здравствуйте, я тут пройду. Так, что тут пофотать можно, что? Кочергу возьми, блядь. В этом столе должно быть что-то лежать. Подожди. Ну, я вижу кассету. Сейчас здесь телек, да? Телек же? Телек. Все, кассета потрясли. Потрясли, взяли. Опа. Еще газетка есть. Газета 6-летней давности. Одна из статей выведена карандашом. Заметка о пропаже известной художницы и ее сына. Имя затерлось, но не могу разобрать. Окей. Кассету вставляем сюда.
телек включаем. На плей нажимаем, погнали. Что тут? Художник-фотограф и сын в поисках продолжается. Мы ждем официального заявления от представителя полиции. Выражаем соболезнования супругу госпожи... Непонятно. Так. Это что еще? Где-то дверь открылась. А, это в начале самом, окей. Картинки не поменялись? У меня тут проблемы с связью, ладно, давай... блядь! Тварь ебучая, блядь! У меня проблемы со связью, ладно, давай поищем немного... чего-то. Ух, сука. Я, блядь, только расслабился, блядь. Понимаю, тарелочка на стене, блядь, зачем? Ну там, да. Никого нет. Так, тихо. Локация прогрузилась. Наверху смотри, вход на чердак еще будет. Лай-ла-лай. Так, комната прогрузилась. Все, спасибо. Фоточки. Часики. У, сука, закрывает она за мной дверь. Я сам могу закрыть ее. Бухает кто-то тут, блядь, постоянно. Что здесь? Так, я пока туда не хочу. Давай здесь посмотрим. Фотка. Ты заметил качество снимков? Здесь увлекался фотографией или хотел достичь что-то определенное? Что там? Там ничего нет. Угу. Все? То есть идем на это, наружу. Понимаю. Так, мне что-то нужно найти. А, может мне также надо сфотать? Ой, тихо, погоди. Отсюда, вот так вот. Нет, вот так вот. И чё? Ничего не появилось. Может, где-то наверху что-то? Картина, может быть, что-нибудь? Так, еще раз смотрим. Снимок я сделал точно такое же. Но ничего, типа. Окей. Ключик, может, какой-то где-то должен быть. Цветочки. О, еще. А, вот, все, лестница наверх. Она сейчас откроется там, блядь. Скорее всего. С пола здесь не надо ничего подбирать, тут снимки. Вот здесь. Это, ну, хата снаружи, окей. А! Ёб твою мать. Дверь, блядь. Туалет. Туалет, туалет, туалет. Что тут? Бритва, таблетосы, да? Упаковка от сильного успокоительного. Понимаю. Я знал, раз ребенок, почему единственное, что осталось, это спальные игрушки. Блять, хватит мигать, фонарь. Стоять. Спрячься в ван... Спрячься куда-нибудь. Где он? Где он, сука? Я знаю, тварь. Я узнаю, тварь. Я узнаю. Окей. О, сука, бля, у меня же мурашки по телу. Ты заебешь. А! Сука. Тварь, блядь. Тут творится что-то очень странное. К черту все. К черту жалею. Ищем выход. Тебе нужно вывести. Блять! Че, погоди? Так нахуй с балкона прыгай. Так я и хочу. Так я хочу прыгнуть, ёпт. Ладно, я к ней подойду. Okay. Let's move on. Фух, ебать. Так, ну давай сфотаем, зафотаем. Что тут? Что-то нарисовано. А, он здесь типа рисовал. Пойдем. А тут еще есть. Так, я примерно понимаю, куда мне нужно будет идти. Сейчас все здесь. Все рисует и рисует, короче, я так понимаю. Что тут? Само появляется, может, они то есть, в принципе. Пейзажи.
Открывай. Это все за фото сейчас надо будет, да? Давай. Чего, блядь? Мне нравится или не это? Ну-ка. А тут все надо фото, все трясти, блядь. Дом. Тут что? А, блядь! О, сука, тварина нахуй ебучая, блядь. Фу, блядь, иди нахуй просто, блядь. Кукла ебучая, блядь. Давайте я сфотою. Чик. Оп, взять. Ля-ля-ля. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, окей, давай сфотаем. А можно так, типа, не близко фотать? Да, можно сразу, смотри, две. А ты нахуй перемещаешься за мной, блядь, ебланка, блядь. Вот так вот сразу три. Сразу три предъявля... При... Это, да, сюда? Проебалась кукла. Иди нахуй, ты заебала, блядь. Ходить за мной, тварь, блядь. Фу, ебать, обосрался, нахуй. Опять сзади? Здорово, блядь. Тут еще глаз какой-то. Опять сзади? Здравствуйте, блядь. А тут еще одна картина. Опять сзади. Тут что надо, блядь? Так, я все зафотал здесь. Пойдем. Ну, сука, стой. Sam, I have... Какие помехи? Spirit. Слышу, да? I can't hear you. Так, окей. Второго, блядь. О, а ее тебя потрогать можно? А, это дверь. А я выйду? Выйду, все. Так, окей, успокоительные везде. Блядь, она меня напрягает. Она за мной ходит, блядь, напрягает меня. О, телек. Чего это? Это главный этот. Там, где этот шахмат, вся эта хуйня. Все. Ты заебала за мной ходить, сука. Пропала, блядь. Сука, она меня прям напрягает, пиздец. И дверь мне еще, блядь, открывать собралась, но... Хули ты ноешь, блядь? А вниз... Я туда не пойду, нахуй. Вниз спуск-то где-то здесь, нахуй. Да? Ну, по идее, да. Я туда не пойду. Мне надо вниз спуститься, я правильно понял? Вниз-то спуск здесь. Она вон, она, смотри. Окей. В смысле заперто? Надо вот эту хуйню открыть, может на чердак слазить. Ты здесь еще? Привет. Фото, слышишь, сделай фото. Но ее не будет на фото. Ну конечно, блядь. Тупой, блядь. Я не хочу сидеть. Я посту. Это еще что за хуйня? Куда ты меня тащишь, блядь? Фотку сделай, блядь. А. Так. Ну, на этом мы, наверное, закончим нашу серию. Подписываемся на канал, на паблик, на что-нибудь, на все подписываемся. Ставим лайк, имитируем. Всем удачи, всем пока.